Сегодня в Центре по интеллектуальному развитию «Абакус» прошел арифметический мастер-класс. Несколько дней назад мальчишки и девчонки триумфально вернулись с международных соревнований по ментальной арифметике в АМАС-2019, о чем рассказал их учитель и наставник. По словам Елены Владимировны, ментальная арифметика – это процесс обучения быстрому счету в уме, и заниматься им можно в любом возрасте. Чем раньше начнешь, тем лучше для развития мозга. За полгода 2019-го наши поездки были во Франкфурт, в Германию ездили 5 детей, и в Турцию, в Анталию ездили 13 детей в сопровождении 32 человека взрослых. В этом году 600 детей из 17 стран мира приехали на турнир, чтобы продемонстрировать свои знания по уникальной методике. Всего за 8 минут им пришлось решить в уме более 200 примеров разной степени сложности. В итоге 13 ульяновских героев стали обладателями кубков международных соревнований по ментальной арифметике, которые прошли 22-23 июня в турецкой Анталии. У нас было 4 минуты на абакусе и 4 минуты ментально. А насчет свистка мы начинали считать на абакусе, когда свисток опять просвистел, мы заканчивали считать также ментально. Мы убирали абакусы под стул и начинали считать ментально. На встрече дети и родители обсудили итоги поездки и поздравили всех победителей. Затем разделились на две команды и сыграли в игру. Каждой было предложено решить несколько сложных заданий на логику и счет. После нелегкой борьбы победу в импровизированных соревнованиях присудили маленьким героям вечера, победителям международных соревнований. Ментальная математика – это не столько тренировка рук, сколько тренировка ума. То есть мышцы есть везде, в том числе и в голове. И все-таки, наверное, эта тренировка больше. Где-то там, внутри, на подкорке. Вот. И это больше радует, что она стала более открытая, больше улыбается. Ну и, конечно, безумно радует ее победы. В целом, программа обучения занимает 2-3 года и делится на несколько этапов. За время обучения у человека развивается память, концентрация внимания, образное мышление и слуховое внимание, что полезно в любом возрасте. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.